Одним своим присутствием ты радуешь или вдохновляешь других людей. На кого-то тебе достаточно просто с восхищением взглянуть, кого-то обнять, с кем-то поговорить, с кем-то, может быть, помолчать, замечая таких людей. Потому что, возможно, для них ты значишь гораздо больше, чем тебе кажется. Люби себя. Люби не той однобокой любовью, которая предполагает только какое-то баловство или негу. Люби себя по-настоящему. Той самой любовью, которая заставляет что-то создавать внутри. Помимо того, что ты вкладываешь частичку себя в свое образование, в свое здоровье, в какую-то радость, удовольствие. Все это в тебе создает такую большую силу и мощь, которой ты можешь делиться с окружающими. Тебе нужно делиться с окружающими. В тебе столько талантов и потенциалов, которые ты можешь реализовать. Не зарывай в землю. Дай им возможность идти через тебя. Есть несколько простых истин. В моменты радости радуйся. Радуйся, будь непосредственной, как ребенок, и это нормально. В моменты грусти позволь себе грустить, позволь себе поплакать, пожалеть себя. Будь для себя самым родным, самым лучшим родителем, самым заботливым родителем, о котором ты всегда мечтала. В моменты, когда ты хочешь идти вперед, ставить перед собой цели, ставь их, добивайся этих целей. И в те моменты, когда все это происходит, и ты добиваешься этих вершин, позволь себе обрадоваться, нормально, по-настоящему обрадоваться, похвали себя за это. Ты все это можешь, и можешь очень легко. В твоей жизни будет еще много разных возможностей. Замечай их и реализуй. Кроме того, значительную часть этих возможностей ты можешь создавать сама. Наполняй свою жизнь уже сейчас всем тем, что тебя радует или вдохновляет. Не откладывай свою счастливую жизнь на завтра. Живи уже сегодня.